30 июня, РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 9 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не выявила, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения боевых действий, зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях Алеппо – 6, Латакия – 3. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано, говорится в документе на сайте Минобороны. Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».